как изменится качество оказания медицинских услуг в Сходне в ближайшее время? С этим вопросом жители микрорайона пришли на встречу с депутатами Химок, врачами и представителями администрации округа. По словам главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова, в ближайшее время люди почувствуют заметные улучшения в поликлинике номер 8. Туда вернутся узкие специалисты, хирург, кардиолог, невролог и эндокринолог. В планах открыть травматологический кабинет для взрослых. Станет больше бригад на посту скорой помощи. Проще будет сдавать анализы. Увеличено количество машин до 4 на этом посту. Они оснащены всем необходимым, фибрилляторами, кислородными баллонами, всем необходимым оборудованием. Поэтому я думаю, сейчас скоропомощная помощь станет доступнее для жителей микрорайона Сходня. Мы сейчас перераспределили прием анализов. Его возможно будет делать сразу после выхода с терапевта, не приходить записываться к определенному времени с утра. Это можно будет в течение дня, либо же через кабинет диспансеризации. Также, в общем-то, мы планируем в детской поликлинике открывать дневной стационар. Контролировать изменения в поликлинике теперь будет новая заведующая Виктория Едунова. Она в течение 5 лет работала в Сходнинской поликлинике в должности участкового терапевта, заведующей терапевтическим отделением и исполняющей обязанности заведующей поликлиникой. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, все просьбы и предложения жителей будут услышаны. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе. И жители всегда могут обратиться и на прием, как к главному врачу Владиславу Александровичу Мирзонову, так и к заведующему поликлиникой. Депутаты Совета депутатов городского округа Химки на постоянной основе будут проводить приемы жителей. И любые вопросы, которые касаются здравоохранения, также будут направляться к нашим коллегам для того, чтобы они решались. Жители Сходни оценили такую обратную связь. Это очень эффективно, очень действенно. Мы даем, так сказать, наказы нашим депутатам и нашим главным по медицине, а они должны выполнять наши наказы. Мы будем только рады и приветствуем такой формат работы. Встречи депутатов с жителями Сходни будут проходить каждую неделю.